Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пичуев, и сегодня я хочу показать вам авторскую чистку, как быстро вычистить дом или квартиру от порчи. Как же это сделать простым способом, не затрачиваясь на ингредиенты и так далее. Что нам понадобится? Нам понадобится или эфирное масло лимона, или можно цедру лимона выдавить на свечи. Нам 3 свечи понадобится, церковные можно, их ставим треугольником. Потом мы добавляем 3 щепотки мускатного ореха, 3 щепотки корицы, 3 щепотки соли. Потом добавляем простой холодной воды немного, чтобы она впитала в себя негатив. Потом зажигаем свечки, вот мы видим, да? Вот. И просто ждем, пока они догорят. Можно поставить в центр комнаты, где вы чувствуете чаще дискомфорт. Естественно, свечи мы протерли уже, да, то есть все это добавили в центр, залили водичкой, зажгли свечки, как говорится, по часовой стрелке, и потом спокойно ждем, пока они догорят. Можно по очереди в каждом помещении. Вы сами заметите, негатив очень быстро уйдет, то есть пройдут неприятности. Если безденежье началось, если проблемы, если плохо спится и так далее, то этот метод очень поможет вам. Потом это просто можно все выкинуть или в раковину с огарками, или в унитаз. То есть тут не имеет значения. Главное, что метод быстро действует и, как говорится, мной придуман. Всем удачи, успех! С вами был Александр Пичуев. После просмотра не забудьте подписаться на канал, поставить лайки, делитесь этим видео. Удачи!